Всем привет! Сегодня мы поедем на море. Мы еще ни разу не были возле моря, я вам не показывала. Сейчас нам надо будет ехать в ту же самую сторону, куда мы ехали вчера, к магазину 5M Migros. И причем на том же самом автобусе тоже надо будет ехать. Нам надо будет дождаться автобуса KL08 и выходить на остановку, которая до торгового центра. Буквально одну остановку до. Сейчас ждем светофора, будем переходить и тогда поедем к морю. Там очень красивый парк рядом. Покажу вам в начале парка, потом выйдем к самому морю. Это будет пляж Коньялту. У нас сейчас такой красивый парк. Это как бы начало самого пляжа. Вот до пляжа там туда вперед нам надо будет идти. А здесь красивый парк. Какая здесь красота! Это такой небольшой парк. К морю нам надо будет туда вперед идти. Вот как красиво здесь. Это место тоже очень красивое. Вон в ту сторону вдалеке, туда нам надо будет идти к морю. Сейчас направляемся туда. Показываю вам красивые пальмы. Вот мы и дошли до пляжа Коньялты. Здесь везде такие кафешки, где можно посидеть. Диванчики, стульчики, зонтики. И можно здесь отдохнуть. Очень красивое место. Вот мы к морю пришли. Облагоустроен парк. Это один из самых облагоустроенных пляжей во всей Анталии. Еще есть пляж Лара, он находится в той стороне. И там тоже хорошо, но там больше отдыхают с детьми, потому что там больше для детей развлечений предусмотрено. А здесь разные парочки с семьями. И просто одинокие приходят посидеть красиво на поляны и возле моря самого. Направляемся к морю. Вот и наше красивое-красивое море. Смотрите, какое синее. Все такое голубое, прозрачное. Все камушки видны. Людей достаточно много купаются. И на пляже тоже, на самом пляже много людей. Отдыхают, загорают, смотрите. Но стараются соблюдать дистанцию. Все-таки не плотненько. Какая теплая, приятная водичка. Знаете, я купальник не брала с собой. Я уже достаточно накупалась у себя в бассейне. Но здесь тоже очень-очень тепленько и приятно находиться в водичке. Я дорожу твоей заботой и не ищу других дорог. Не позволяй вражде сработать, сомнения выставь за порог. Ты лучше всех, я это знаю, свои ошибки признаю. Любить, поверь, не перестану, судьбу украшу я твою. Сегодня на улице очень-очень жарко, но хорошо, что возле моря есть ветерок приятный. А когда ветерок, тогда не так жарко, не так чувствуется, что сильная жара. Такая замечательная зона отдыха. Здесь тоже на травке могут сидеть люди, есть велосипедная дорожка. И с той стороны кафешки разные, тоже можно посидеть. Очень красиво, благоустроено. Специально, но пока что отдыхают местные. Для них тоже это хороший отдых.